Украинские пограничники смогут стажироваться в Эстонии. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал. По его словам, сотрудничество между ведомствами двух стран планируют на постоянной основе. Сегодня глава украинской Госпогранслужбы вместе с эстонским коллегой вышли в море на патрулирование на одном из кораблей морской охраны. Главная цель – встреча – обмен опытом. Мета нашої сьогодні зустрічі – це все-таки інтеграція до європейського простору, до загального безпекового простору Європейського Союзу. Ми сьогодні обмінюємося нашим персоналом, і наші люди, пан Ельмар запросив наших фахівців з морської охорони, щоб вони пройшли стажування безпосередньо на кораблях морської охорони, прикордонної поліції, і поліції взагалі, якою на чолі. Різниця в тому, що ми живемо в світі, здесь война, поэтому у нас очень много учить, как работать в кризисе. Мы имеем много проектов, чтобы обменивать наших офицеров. Мы имеем проекты, где мы учим наши спецназы. И что, по-моему, самое главное, это обмен информацией, как работать с организованной преступностью. И я уверен, что этот обмен офицеров дает пользу нам, Эстонии и моим коллегам из Украины. По итогам встречи стороны также подписали очередной протокол о взаимодействии между государствами. Эльмар Вахер сегодня гостит в Украине последний день. Ранее в Киеве главы пограничных ведомств уделили внимание защите сухопутных границ, а также обсудили угрозы безопасности, с которыми сталкиваются обе страны, и способы их эффективного преодоления.